По словам специалистов, это связано с поднятием на поверхность холодных донных вод. Северо-восточный ветер, который властвует на курорте последнюю неделю, отогнал теплые слои воды в открытое море. В течение вот этой недели при той аномальной жаре, которая у нас сейчас прогнозируется и ожидается в ближайшие часы, в ближайшие сутки, температура воды в открытом море составляет сейчас 14 градусов. В Анапе она более благоприятна, в Малой бухте и в бухте Анапы сейчас температура воды доходит до 19 градусов. Поэтому на сегодняшний день сохраняется запрет на купание в детских здравницах, ограничения на взрослое купание мы на сегодняшний день сняли. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер еще до пятницы. Если его сила будет превышать 6 метров в секунду, то ситуация не изменится. Однако, если ветер будет незначительный, море быстро прогреется.